Более 600 юных люберчан приняли участие в акции «Мастерская Деда Мороза». Праздничные мероприятия прошли в торговом центре «Орбита» и общественной приемной партии «Единая Россия». Дети приняли участие в мастер-классах по изготовлению новогодних игрушек и поделок. Также их ждала развлекательная программа и памятные подарки. В следующий раз «Мастерская Деда Мороза» откроет свои двери 24 декабря. С 12 до 18 акция пройдет в общественной приемной партии «Единая Россия». Она находится по адресу улица Кирова, 22.